если говорить о названии сегодняшнего концерта «Обратный отсчет», что это значит? Нам бы хотелось вместе с ребятами, чтобы мы еще раз задумались о том, как ценно каждое мгновение нашей жизни, и что любое событие в нашей жизни – это уже начинает обратный отсчет. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! И поэтому самые счастливые минуты, самые дорогие минуты нужно ценить, хранить, беречь. Прежде всего, хотелось бы узнать, где мы сейчас находимся и что это за выставка. Это наша небольшая там ежегодная выставка, посвященная всегда предваряющая наш концерт. Это выставка, фотовыставка Дмитрия Лося и фотовыставка отчета от концерта до концерта нашего коллектива. Это будет путешествие во времени обратно. Да. И мы увидим, как ребята провели какие-то юные годы, детство, может быть. Мы узнали наш двор, кстати. Один из танцоров живет в нашем дворе, и мы такой: «О, это наша горка!» Наверное. Да, так приятно. Аня, Марина. Скорее всего, опять Марина. Это Лиза будет, скорее всего. А как вы думаете, о чем будет концерт «Обратный отсчет»? Что означает? Скорее всего, будет что-то связанное с воспоминаниями, с их старыми номерами, с новыми номерами. Вы знаете, так получилось, мы готовились, чтобы давно хотели сделать очень концептуальный концерт, но когда стали смотреть дату, куда нам, то оказалось, что кроме 1 апреля мы не можем никуда поместиться. Соответственно, эта дата дала и направление концерту. Свои подарки для нас приготовили большие наши друзья-актеры Белорусского театра «Лялька», актеры Национального академического драматического театра. Нам в гости придет заслуженный коллектив, хореографический детский ансамбль «Зорька» со своими подарками. Ну, посмотрим, что получится, мы не знаем. Мы постараемся в этом концерте показать именно те номера, которые были придуманы, сделаны, созданы за год. Причем не только мной, но и хореографами нашего коллектива. Что символизируют эти часы в вашем букете? А это ребята подарили, да. Эти часы символизируют быстротечность времени. Живем каждый миг. Нужно наполнять свою жизнь, каждое ее мгновение чем-то, смыслом, работой, любовью, не пустотой. Следите за новостями на портале городвитебск.бай.